«Все лучшее детям». На протяжении вот уже нескольких лет эти слова являются негласным девизом работы городской и районной администрации. Еще в 2014 году юные славянцы получили очередной подарок от главы района. Современный детский игровой комплекс установили в Центральном парке. Подробнее в следующем материале выпуска. Площадка с мишками, как еще ее называют в народе, самое популярное место отдыха детей. Под безмолвным покровительством косолапой троицы выросло не одно поколение славянских ребятишек. Здесь всегда весело, шумно и многолюдно, а в выходные сюда спешат целыми семьями. Пока детвора резвится на горках и каруселях, родители могут отдохнуть на скамейках. Место заметное, значимое для города, а потому актуальность реконструкции площадки в более современную назрела давно. Уже сегодня на месте прежней площадки ярко-зеленые пальмовые крыши, солнечные лестницы, канаты. Апельсиновые горки, винты, радушное солнышко и причудливые силуэты диких животных. Скучать здесь точно не придется, а места на качелях и каруселях теперь всем хватит. Мне нравится здесь, каждый день хожу, когда в музыкалку, на горки скатываюсь, качели все хорошие построили. Нам очень здесь нравится. Мне нравится, но это, конечно, тут первый раз, и как бы первый раз такие вижу качели. Я первый раз на этой площадке, мне тут больше понравилась высокая горка, которая крутится вот так вот. И тут мне понравились еще эти качели и пружинки мне понравились больше всего. Мне нравится очень здесь, мне нравится все, то, что и окошко там, и там пружинки. И закрученная горка. Я первый раз пришла, но буду ходить сюда часто. Мне нравится горка, вот эта спиралька, и еще, которая бугристая вот такая. Я хожу сюда очень часто, и первый день я пришел сюда, ну, через неделю, как ее простроили. Я прихожу сюда с друзьями и буду приходить сюда постоянно. Надежность и долговечность – вот главные отличительные качества современных игровых комплексов. По словам специалистов, монтирующих площадку, такое покрытие не испортится и во влажную погоду. А тщательно продуманная конструкция детского городка обеспечит безопасность игры в любое время года. Детский игровой комплекс стал настоящим подарком как для ребятишек, так и для их родителей. Мы приходим каждый день, нам очень тут нравится, весело. Ребенок очень любит здесь играть. Очень красиво нам поставили карусели. Спасибо мэр города, что нам поставили такие карусели. Спасибо большое. Супер, конечно, площадка классная. Вопросов нет вообще. Мы вообще с другого района приехали, чтобы покататься на этой площадке. Большое спасибо. Ой, мы прям рады это. Сидели дома, а сейчас вот выходим. Каждый день мы с ним тут катаемся. Он довольный. И родители, да, он приходит и прямо такой радостный рассказывает, как тут, что тут с детками общается, весело. Конечно, очень удобно. Давно бы уже пора сообразить такое. Ребятишки, посмотрите, какие они рады. А вообще, в общем, очень хорошо продумано, очень хорошо. И для самых маленьких есть, и для побольше. И вообще, отлично сделано. Очень удобно, очень нравится. Хорошо сделать для детей, потому что, правда, то, что было, детей много сюда приходит, и мало им было места, где и качели, и всего. Сейчас молодцы, спасибо большое городу. Это уже третий игровой комплекс, установленный в Славянске на Кубани в прошедшем году. Подобные детские площадки есть в Кубрисе, Нефтяниках, а теперь и в центре города. Городские районные власти, предприниматели создают все условия для маленьких славянцев, чтобы они с пользой проводили время на свежем воздухе, росли крепкими и здоровыми. Надежда Неткачева, Александр Косицын, Игорь Ванчугов. Программа «События».